Ну, ЧП, конечно, возьму. Что там у тебя? Я его на хули паладине как-то тестировал. Он не работает. Не, ну конец, конечно, не обсуждаю. Не обсуждается. Все встали, тогда так же идите, ничего не спекайтесь, не спекайтесь. Сейчас пачки трэша не будет. Понятно, трэш. Хотя у нас 30 человек онлайн. Почему только онлайна нет, когда, блядь, я собираю на... Буду. Что у нас там осталось? Авгалон и Игнис с Острокрылой, да? Я вообще покурил. Не пейте трэш, пусть только соберется. Можешь вышить. Арт пропал. И вот того, что тоже собрали, я сейчас спанул. Ага, привет, получается. Я еще потеки поймал. Даже там соус видишь. Что-то я ебал больше с тела, с того не бежать надо. Надо было тебя повернуть. Ну да, что-то ебал. Да еще давно что-то вообще далеко. Далеко оказалось. Так, мне сейчас отойти надо. Дим, ты тут? Я вернусь. Ну давайте, короче, идите писикаки делать, пока нас в эту танку ушли. Тоже буду покурить быстренько.
Все на месте. Давай, наверное, Диман, пока Женька дошла, спектр там какой-то принесем. Я вернулся. Все, пойдемте. Шайка вернулась. Сколько вообще ОД дается за кражу? Знаю. Там по 125 же за босса? Ну, около 1000. Чуть меньше. Полторы надо. А 4 тебя убьет. Хорошо. Один кого он дает? 1200 будет. Ну вот еще объем будет четвертый. Малак, ты бесенка потерял. Стоит бедный снизу. Так, давай сейчас добиваем трэш, и я обратно Диман. Они там, наверное, уже смотрел, убили. Не понял. А. Ебать, там у них тут, конечно, пиздо. Чё там? Там вообще сейчас ярут, блядь. У нас такой спокойный проект чиловый. Там вообще какие-то все импульсивные ребятки собрались. А чё, не смотрителя уже убили? Да, волшебник вырыли. Вы бы ему лучше не давали Т4, а то он реально фастом станет. Да, он искал, он на проста вырыли. Чё я сдох опять? Били, получается. Сифончик ударил на 26к. Нормально, сифончики бьют, кстати. Чего вы не забанили вот эту хуйню? Чё она берется? Потому что я умер. А второй чё? Там мой бан был. Мы сильнее, потому что. Thank you.
Вообще, вот 2-4 на ману, в кого арена профитит? На кого? Какой спик? Аркан или фронт? Ну, аркан, оно 10% урона за каждый тик стрелы дает. А это же неплохо. Ну, это неплохо, я за забаню большого. Ну, это слабый там прирост будет. Что скажешь, во фросте лучше? Во фросте немножко лучше. Там, по-моему, две этих... Не помню, как кнопка называется. Который замораживает, короче, Deep Freeze этот. Или как там он называется? Фальс? Fire, Fire топ. Не, Fire колдуну лень Fire, как он сказал. Сказал, это еще настакивать надо вот это вот. Там же, по сути, ротация будет. Надо три ожога дать, а потом уже бить, еще и поддерживать ожоги. Там можно вообще сделать спек через ожоги полностью. И дамажить. Скорч не будет дамажить. А почему? Хороший спек. Потому что скорчу надо крита очень много. На подвижных боссах все равно он хорошо идет. Забаню большого. Но он не будет дамажить скорч тут. Шмота банально нет. Когда ты собрал уже 100% крита, тогда да, скорч будет четкий. Здесь без оселков, я хуй знает, как он там суку соберет. Нужно эту украду? Не знаю, я был бы лучше атабы локом, типа там два лока. Хотя она мне не особо надо. Кажется, ты, мне кажется, как Т4 бафет локов, 2Т4, так никого не бафет. Да, 2Т4 у локов очень сильно. По-моему, тебе это надо? Ну, если кому-то на спек нужен, конечно. Я тебя не слышу вообще. Если надо, отдам. А что там? Нет, она мега сову. А, да там кольцо с меткостью. Тебе носи. Носи, носи, носи. Мне? А я триню не могу снять, у меня хита нет. Я хочу триню типа снять, которая проклятие, она прокается всегда. От любого дыхания. Вообще, она снимется, когда 2Т4 будет уже, голова будет, там, он 70%, ой, 70 крита, или 83, не помню. Ну почему сразу меня? А 100% хрита на магии, это сколько в рейтинге? Это у волшебника надо спрашивать. Да хуя. Там еще от инты идет. Какой-то приличный процент. Аккуратненько закройте, ребят. Ох, и тут. А так ты так посчитай, типа 1% это 21. 2360, наверное, говорит, 100% крита.
А, это у него на его на маге было 2360, 180%. Без МК. И с рейд бафами 100%. 2360? Угу. Нихуя. Это фулл сокеты, поди. Да, да, фулл сокеты. Также можно и сову фулл сокеты типа забить, и она дамажить будешь. В Т9. Вон арт не даст соврать, он видел, как я дамажил на сове. Чисто в Т9. У тебя тут на Х4 или там была? Не, на Х3 была. Маленькая сова, твинка. Маленькая? Там чисто было 4 Т9. Хосты вообще не было, и фулл в крите соки. Я сейчас 8% наебал. Три брюля только на СПД было. Саш, ты уверен, что я здесь танчу? А чё? От магии будет боль и страдания. Хуёво будет, но... Ну, прощирен. Почему? Ну, слабый что-то. Поставь рэп, дай покушай. Вон, типа, 230-я сова 10к у меня давала. Да там больше в агро проблема будет, блядь. Вы только... Ну, какой агро? Ты все равно свечутся все в эскру. Все в эскру свечутся. Никто на... Не, я имею в виду... Вскоре я сдохну. На приливе, когда увеличенный дамаг пойдет. Да там она уже обратно берет к приливу. Ставь берсу на прилив и берсы в прилив, короче, просто мангал спами. Да ебаная муха, нахуй. Давай, прочели. 5 баф. А чё каска опять обоссанная? Ну, потому что я сейчас вам надо. Всё, давай, погнали. Пойдём драться. Пойдём драться. Гумили зону, чтоб сфера не летала. Да, все, все, мелька. Рэхан тут. Да, Лен, добавь сферу. Я тебе говорю, что гоня, но сразу все свечится. Это еще одна эпоха. Геру дашь ей по команде? Ну, она начинает кастать билет. Вот это добивайте и босса значит. Давайте быстрее. Проклятие повесьте. Гера. Проклятие повесьте. Поехали. Прикинь тебе, если он умрет сейчас, пожалуйста. Спасибо.
Всех убили? Вторая уже вышла. Вот этот убивайте, босс. Если нам все предали, то конечно можешь. Все, играйте босса. Ясно. Да, ребят, у меня вторая будет. Я тоже, кстати, голова есть. Когда-нибудь я увижу свою налево. 4. А там же, блядь, на шипе помойка уже, нет? 24. Да топовая. Да нихуя налетел. Там 36% на этот взрыв разума. Ну вообще, если выбирать между ДЦ и ШП, то 2Т4 лучше собрать на ШП. Ну типа ДЦ тоже 7Т4. Нет, там неплохой бонус, но у меня просто тоже приз. Это какая разница? Два куска всем надо. Шо вы, блядь? Но ему, если... все равно, ему все равно 4 куска собирать, что он будет, блядь, отдавать тебе кусок, что ли? Ну, все равно ты 2-2-4-4 не соберет до ближайшего месяца. Ну, 2 куска, он 2 куска соберет и расслабится, все, нахуй. Луки свои зажмет, все, у него 2 куска есть, ему похуй. А че, я выиграл, что ли, нихуя себе? Забаньте пошел. Он разобанится. Механизм. Просто вы скоро встречаетесь и все. Ну не банится. А сейчас второй сагришь мало этой реки. Как? За нее сагры. Урон по нему стопнули, РДДшники хуярить. Что там спел заклинание? Искра. Это уже вторая искра вышла. Убьете? Это Саша, почему у меня собака все время умирает? Скажи мне. Потому что, наверное, Рэд умирает. Рэд понять не можем. Ты не хилишь писюна, ты его не любишь. Писюн не любит. Кра. Раз.
еще одна подброска. Это два больших было, да? Что-то сверху проебался. Аккуратненько. Сандай краску. 8%, наверное. Я его еще даже ни разу не ударила. Походу людям нравится умирать. Короче, можно я в сову? Я уже начинаю раздражаться. Да, мы уже почти пронесли, потерпи еще. Почти, если им нравится умирать, то нахуй пусть брать умирают. Я вообще по кайфу, ебать. Писифо. Суманете? Они уже копыта убили. Поставьте шкаф стоять. Монти. Вот, а присмотрели, да? Да, что-то сумонился. Да, блядь. Тогда либо Арстайл, либо ты вам Санчик сдать и на лоха, да? Этим смерчем. А он как-то пишет взрыв и еще циферку такую же взрыва. Да, вот 3000 нанес. А, даже тысячу, даже меньше, 1500, ебать. Да, имба, конечно, ебнешься. Вы че, блядь? Это я, короче, дебил, да. Бейте, охренеть. Не умираешь. А это он не критовал.
получит еще какой-нибудь. Ну, когда критует, получишь. Не пеки разных мерчей. Блять, ну кто фирнул? Вы что? Сейчас побежали бы к тем ребятам. Бля, что главное... за фризы какие-то? Главное, у нас щиты есть. Вот поэтому только дайте стан, мы не успели поднять. Алло, хпшник. Стан. Хорошо. На этом прослакать, если что-то, ничего страшного. Вроде подняли рейд. А пинга полетела. У нас по факту почти что весь рейд нахуй ролит один токен. Хули, три друида, ебать, приз и два лока. Кто ж молодец, рейд собирал? Ну, я собирал, понимаете. Чтобы было комфортненько закрыть. А, нет, так, типа, не с расчетом, чтобы, блядь, разделить токены. Ну, смотри, у меня у... и Войда башка уже есть, так что минус два тела. А у Никита, по-моему, ты же вырали у голову, нет? Нет, я ему руки взял. А, у тебя руки есть, да, уже? Да, и у Малага тоже руки. Именно поэтому Драфан от нас забежал, сказал, идите нахуй. Да, прилично мы от того рейда стоим, конечно. Блять, заебали эти мухи. Зато у них нет танка 217. А кто у них танчит, вообще интересно? А, его. О, Никит, бей свой пояс сырой. Помойка бесполезна. Ну, барабаны. Блять. Зашли все. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Че, Герус дадим? По вопросу они вот, они против. Вообще надо бы чертика убить, тогда урон будет увеличен. Ну убейте, да, килдер-киллеры. Отлично здесь.
писанку даешь соло или ты уешь? А, ты уешь. Блять, заебал хил кидать. По 5000 смотрю, он тебе 5000. А он не критует походу, слышишь? Т4. Прохил, прохил. Блять, блять, меня выбиваете. По факту 5000 это что-то такое. А у тебя талант стоит, да, на этот, на момент? Угу. 5500. Это максимально, а обычно, а минимально 1600, да. В среднем 3300. Какой-никакой прирост. Че, конди ролдаем? Босс, на босс. Раз, два. А вот хуй знает, 5500 это что было? Кадёр. О, кадёр, да ну нахуй. Батяру нахуй. Кстати, вы не замечаете, что кадёр всегда падает в том рейде, в котором я, ебать? Это, ну... Вот это ледяная душа, что это за хуйня? По ролю, короче. Давай, давайте, кадёр я тут отказываюсь. Хотя я бы забрал, наверное. Не вздумай. Ну, там и так уже 4 человека. Короче, я не знаю, это, вот сам взрыв разума больше вроде бьет, а эта хуйня, я хуй знает, просто дополнительный или что, ну как там? Да не выходит он мне никогда. Ты шо, вот 5500 было какой-то, да, дамаг написано. Ну и чё, где? Даш сказал. Даш. А да, да, ребята, на МСП. Это мы так два кондера дали пугал. Вот этот вот кусок говна будет кто-то носить? Короче, там получается выиграл Кирьяки ему, да. Ну да. Чё, в натуре? Не, просто типа, ну, я тоже мог заролить, оказался. Да там космополит тебе вообще никак, у тебя тренинг гораздо лучше. Эта хуйня, она за этого, за всего робота там что-то 30 тысяч нанесла. Понял? Это с учетом, что там увеличенный урон и все такое. 30 тысяч. А вам точно вообще нужен, типа, этот кондёр? Ну, мне да, там 150 СПД, ты чё гонишь? Может, хорошо, нет? Саша такой коварный, тип, ты 4 никому кроме него не надо, кондёр тоже нахуй нет. Никому не нужен. Почему нет? Я не просто... Я то, что, да, типа, вот у локов нормальные треники.
Ну Вайда вообще мусор какой-то ебаный. Да не, а бы просто проклятие вот это. Шаман вообще мусор нахуй просто. Ну смотрите. Че он там дает контер? Я никогда его не носил. 150 СПД. Крит хоста по 350 там в сумме. А ну-ка линкани его, как он там? Либо крит, либо хоста прокает. А, либо то, либо то. Ну вот прокает она часто, кстати. Не-не-не, прокает. Прокает, короче, сначала хоста, потом этот прок заменяется на крит, и по итогу у тебя КД кондёра 25 секунд. То есть раз 25 секунд у тебя висит баф. И плюс еще 150 СПД статичного, которая больше будет, чем остяжающий. Дошли все аккуратненько, дошли. Вместо яйца, наверное, лучше будет, да, этот кондёр? Вместо яйца. А ты что, в ШП яйцо носишь? Ну да. Да. Почему нет? Хорошо. Я тоже в ШП ношу яйцо. Я думал, оно там не прокает. Давай, покажи мне ДПС, где дал ДПС. Слетаю тогда после того босса. Метка сделаю себе. Как была. Чеслав не впечатляет. Беги, малышка, беги! Ну, на мне угро. Вообще так, по факту нужен? Блять, я думал, кончилось. Ебать, мы дауны с расставим. Давай, космополит рез на меня, Даша и БР расставим. Пиздец. Ах, вообще, походу, вылетел и чуть. Да, походу вылетит. Мы вообще костюмы кикаем, ебать. Так что в пресс ману себе просадит нахуй, и у нас отсюда кинет вот этот под пламя. Беги, малышка, беги! Арт, что с тобой? Надо с трэша, короче, еще выбить кольцо это, которое доседал чувствую с меткостью. Гене, стой. Прочки. У тебя БР уже пропал? Давай. А ебать. А что там локи спят? Да, в смысле он притянул. Че взорвется за баню? Успел даже тучку дать. Попробуй подними его. Давай под зубами тебе до зуба. Поднимай. Вот спирит. Давай, Гер, убить. Ебать. У меня, походу, бафа не было. Кого? Да, вот этого... внутреннего огня. Дайте масфир фамильяров у меня, когда?
беги! Сейчас я ебу нах. Сейчас овцу давай кидай. Другалёк. Забираем себе. О, Маути тикнула уже на кольце тайма. Вот это что за триня с духом? Она как работает? Ой, ребят, уступите плечо пресс. Которая с меткостью кольцо. Нет. Уступите плечо, пожалуйста. Нет, а ко мне плечо в ШПДЦ. Можешь уступить кольцо? Где-то же денег чуть дам. Короче, триня-то неплохая нахер, на самом деле. На хэп-приста как она будет? Я думаю, вообще неплохо. И на этого, и на Эрдру, наверное, заебись будет. На Эрдру, наверное. Так я не знаю, если от доток тикает, то вообще охуенно, а если только от прямых, тогда не особо. О, заебись. Я, короче, когда спек менял, мне вытащил на панели это, баф свой, знаете, огонь этот внутренний. Я объятие вампира. А, объятия не делают, они не проходят, скорее всего. Да не, я хуй знаю, объятия они же только от хил дают, по-моему. Ну, а у тебя твинк, это яйцо пробует от чего? Яйцо от всего. Яйцо от хила пробует? Вообще от всего, и от дамага пробует. Ну хуй знает, может ты от хила шипешь, но я вообще без понятия. Так, ну написано, что пробует, применение избавления направленного и постепенного исцеления. Как желтый камень называется, ну, на наверное... меткости? Я поэтому беру эту шипа, потому что она хила. Прочный царский. Ну, наверное, да. Наверное, от хила прока. А лока не, получается. Не просто на меткости, который меткость СПД смежный. Оранжевый. Сокрытый. Аметрин. Я почему знаю, потому что купил камень такой. Да я сам сейчас такой ставлю. Сейчас по всем названию ко мне знаю. Ибо. Да хули меткость там получается. На 4 единицы меньше, чем кап, блять. Пришлось взять 10 меткостей. Мне, кстати, тоже не хватает 4 единицы. Ну, вот, 10%. Да, мне кажется, в ШП перекап меткости просто ебейший. У меня 15% меткости. Это лучше, чем 0. Это лучше, чем 0, блядь. Ну, пиздец, ну, хочется всю эту меткость в какие-то статы перевести, блядь. Ну, просто шмотки все с меткостью. Либо с духом, блядь. Смотри, я полутал, получается, плюс 150 СПД, чисто с кондёра. Думал, сильно. Чё, дамажа был такой. И по хосте не просел, в принципе. ХЗ, я бы там увеличил этот прок до 500 хотя бы. 300 хуйня такая, слабенькая. Так он очень часто висит там, типа, на экстрим мы тестили. Да, он очень, типа, поэтому его все берут. Потому что ты 20 секунд примерно. А кому он вообще идет? Вот ШП, лок, он кому идет? ШП заебись заходит. Я бегал на ШП с ним. У меня ШП, лок, сова. Сови, он очень хороший. На X3 я бегал 4-4, потому что там СПД решает. Типа 4-4 собирает у СПД престол. Типа я бегал с кондером и бегал с этой с кара ХМ, с копыта, как он называется. Ты суманьте, пожалуйста. Долгоногом. С долгоногом, да. Куда заебись пристану таким арканом, да, вообще что-то находит. Или там крит оставим.
Так, Эндюран всем сейчас без разницы. Ну, хотя есть три не получше, наверное. С этого Сульдуара. Это который не прокает, блядь? Ну, как, не говорили же, что ее починили или что, пизда. Вспышка? Наверное, с чем ходит у нас. А, это которая... Но она не работает, она плохо будет прокать. Она будет прокать чисто от того, что даешь испепеление. А все эти, они ты жертвенный даешь, и у тебя уже фулл прок висит, и ты фулл ротацию начинаешь на проке, а та прокает только от того, что ты будешь в памяти испепеления, то есть она потом прокнет за всеми. Это КД собьет. Да, нихуя, это все равно пиздатый тренер, она гораздо лучше, чем, блядь, любая из тех, что есть. И с острова охуенная, и как бы все. Ну, с острова, да, с острова, это понятно. Засуманьте, пожалуйста. А с острова что там дает, есть у кого-то? Ну, на любого лока ты к нему. Подай, ебать, ты чё? Ой, я его разваливаю. Это вот эта молния такая, да? СПД. Mm-hmm. Могут повысить СПД, нихуя. Прикольно, блядь. Вот я говорю, на фарму ее нашпашку. И там, смотри, на каждую 45 секунд прокуют. А Снакса она такая же, только с меткостью, да? Снакса залупа, да. Которая прокает, когда она хочет, блядь, и нихуя не рассорпается. Вот это, которая, ну, с острова, она прям почти что с пулу пробует. Вот ты повесил палец, она сразу прокнется. Ну, она, в смысле, как чешка работает, блядь. Ну, она прокает стабильно раз 45 секунд, как часы. А Снакса это хуйня, которая может прокнуть раз в полторы минуты, блядь. Прокнуть от того, не, что... Не-не, она нормально прокает. Она нормально прокает, но там проблема в том, что она прокает именно от всего. Ты рыбу сел поесть, она прокнула. Фласку выпил, она прокнула. Я даже маговские булки брал, она прокала. Вот, просто пирожок садишься есть, она прокает. Она вообще от всего прокает. Поэтому это плохая тренировка. А чё, типа, ну, вы хоть книжки собирали, нет? Кто нахуй не нужны, блядь? Ну, варген нормально дамажит. Мели. Чё, кто будет стоять? Малак пойдет. Пусть Малак стоит. Как ты там прожимаешь? Тириаки-то больше дает, пускай он и стоит. Тем более он кондер залутал, пускай повыебывается. Ага, кстати, потестит, да? Че, я куплю дурафану метку.